Москва потихоньку приходит в себя после долгой затяжной зимы. В этом году снега выпало в 3 раза больше, чем обычно. Московские коммунальщики с гордостью приняли вызов природы и сейчас вовсю украшают наш мегаполис. Кстати, вот эта операция называется «рыхление снега», ну, чтобы он побыстрее растаял. Синоптическую ситуацию в Москве в этом году лучше всего отражала фраза из знаменитого кинофильма «День сурка». Эта зима будет долгой и не кончится никогда. Зима в этом году была сложная, непредсказуемая. Службы жилищно-коммунального хозяйства вели работу, борьбу со снегом практически круглосуточно. Город после затяжной зимы, как после болезни, осунулся и потускнел. Вернуть ему лоск столичные специалисты обещают совсем скоро. Сотни работников ЖКХ уже вооружились красками и кистями. В течение недели следующей наш город уже приобретет свое лицо, лицо города чистого, красивого и сверкающего. Впереди у москвичей еще целая серия субботников. Горожане в них будут участвовать добровольно, а вот все московские чиновники в обязательном порядке. Так что совсем скоро Москву опять можно будет по праву назвать одним из самых чистых городов России или, наверное, даже мира.